Добрый вечер, коллеги. Начинаем пресс-конференцию после матча между командами «Слован» и «Сочи». Пан Милош Шуржига, главный тренер «Слована». Вячеслав Геннадьевич Буцаев, главный тренер хоккейного клуба «Сочи». Подведут итоги сегодняшнего матча. Пан Милош, вам слово. Ну, я поздравляю хозяев с победой. Спасибо. Я думаю, заслуженно, потому что это идет матч от матча. Наша команда играет. С каждой ошибки получает гол и проиграет свои матчи. Если в четвертом матче уже забьем только один гол, мы не можем думать о победе. Хозяева выглядели увереннее, выглядели, что хочу, с огромным желанием. Нам это желание идет так на 80%. Мы, если хотим победить на въезде или в каждом матче, мы должны биться на 120%. А это у своей команды не видим. Спасибо за поздравления. Ну, мы довольны, соответственно, и результатом, и ту игру, которую показали против соперника, потому что действительно соперник очень мастеровитый такой, не похож, наверное, на наши команды российские, поэтому любой момент можно было ожидать острой игры против соперника, но еще раз повторюсь, что мы сегодня очень хорошо сыграли. Спасибо. Коллеги, ваш вопрос. Виктор Ладненко, пан Милош, с чем связываете низкую результативность команды, о которой вы сказали, в первую очередь? Что? Низкую результативность команды, с чем связываете в последних 5 играх, очень мало шайб заброшено? Я сказал, там все играют очень здорово в обороне, а мы боимся идти через игроками, боимся перед ворота, там больно, если хотите туда идти и победить, там больно, должно просто больше бросать, мы играем 5 на 3, 2 броска, играем 5 на 4, 1 бросок. У нас, я думаю, сколько там, 14 бросков по воротам за целый матч, это очень мало. Я не думаю, что хозяи так нас не пустили до моментов. Да, пустили, но мы еще что-то хотим выдумать. Нет простых вещей, на тренировке все идет так, и придет матч, и каждый своего выдумает что-то нового. Спасибо большое. Коллеги, еще вопрос? Александр Сулаев. Вячеслав Геннадьевич, вам вопрос. Команда сегодня не пропустила. В большей степени чья это заслуга? Боролина, который поймал крош? Всей команды, еще раз повторюсь, что мы довольны не только результатом, но и игрой, которую показал команда. Спасибо. Еще вопросы? Что ж, поблагодарим тренеров за игру. Спасибо. До свидания.